В Ханты-Мансийске состоялся четвертый рождественский шахматный турнир. В этом году рождественская шахматная баталия собрала рекордное количество участников. 228 шахматистов всех возрастов соревновались по швейцарской системе. Участников турнира благословил митрополит Ханты-Мансийский Сургутский Павел, который открыл турнир символическим первым ходом на первой доске. Приветствие рождественскому турниру передал председатель Думы Югры. Важность совместных с церковью действий по привлечению молодежи к благим делам отметил директор департамента физической культуры и спорта Игорь Губкин. За годы сотрудничества Ханты-Мансийской епархии и шахматной академии это уже 10-й подобный турнир. Кроме рождественских и пасхальных проводились состязания к Всероссийскому дню трезвости, а не так давно состоялся первый онлайн-турнир. По итогам 7 туров шахматного сражения традиционно были награждены победители во всех возрастных категориях, а также самый юный участник турнира, шахматный старожил и самый волевой мирянин. Слава Богу, что мы сегодня вместе проводим эти мероприятия и со спортивным комитетом, и с молодежным отделом и политики округа. Поэтому сегодня как бы мы объединились свои усилия, церковь, государство, государственные структуры вместе проводим с детьми, со взрослыми. Это радует и вселяет надежду, что у нас будет прекрасное будущее.